Еще 9 участников Совет муниципальных образований области пополнили внутригородские районы Самары. В 2015 году они получили самостоятельность и подали заявки. И вот, согласно уставу ассоциации, прошло голосование. Результат единогласно. В зале присутствуют главы администрации и председатели советов депутатов внутригородских районов. Давайте поздравим их с вступлением в нашу ассоциацию. Главная тема 12-го съезда Совета муниципальных образований – оптимизация бюджетов. Городам и районам нужны деньги на решение самых насущных вопросов. Резервы есть, считают в областном правительстве. Необходимо лишь навести порядок в деле налогов и сборов. В пример приводят Самару. В городе уже удалось значительно повысить наполняемость муниципальной казны. Об этом рассказал глава города Олег Фурсов. Администрация работает согласованно с целым рядом федеральных ведомств. Началась масштабная инвентаризация земель. Те, кто пользуется участками в городской черте, должны оплачивать их содержание. И мы, изучив ситуацию с января прошлого года, в составе внутригородских районов, создали межведомственные комиссии, куда вошли представители внутригородских районов, представители налоговой инспекции, депутатов районных советов, представители ТОСов, общественных советов, налоговые инспектора, с целью инвентаризации земельных участков и имущества, которое используется, но не зарегистрировано. Сейчас федеральное законодательство меняется в этой сфере. Есть примеры разных территорий, которые меняют стоимость, например, земельного налога, если по истечению определенного срока человек, взявший на себя обязательство строительства дома, его как бы не построил, тогда там земельный налог увеличивается в несколько раз. А с марта в Самаре запускается еще и проект «Народная инвентаризация». Сообщить о бесхозных и неучтенных участках сможет каждый житель города. Еще один источник доходов – акцизные сборы. В городе ставятся амбициозные задачи – навести порядок на алкогольном рынке. В Самарской области работает система стимулирующих субсидий. Чем больше муниципалитет зарабатывает сам, тем больше получает областной поддержки. Но не все руководители территорий усвоили, что для этого необходима всеобщая мобилизация ресурсов. А чтобы каждый человек, проживающий на территории и крошку в ладошку несущий, понимал, что от его работы, от его нормального отношения к делу, от его включенности в процесс зависит от того, будет дорога к храму или не будет, будет отремонтирована центральная улица поселения или не будет. Еще один механизм решения проблем появится в Самарской области. Сейчас готовится проект программы по поддержке народной инициативы. Предположим, жители решили благоустроить парк или отремонтировать двор. 50% суммы на эти работы они собирают сами, а еще половину добавляет муниципальная и региональная казна. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.